Дівчатки, команда жовтих, дівчатка сьогодні в синій команді. Всі вони вже у фіналі дитячої кулінарної школи «Маленькі кухарі». До визначення переможця залишилося зовсім мало часу, тож на кухні гаряче. Адже, як зазначають організатори, обрати найсильнішого важко. Діти всі молодці. Тож за умовами конкурсу хлопці та дівчата діляться на команди, яка приготує кращу страву та й отримає перемогу. У нас сьогодні вже 7-й конкурс «Маленьких кухарей». Я думаю, що за це время ви многому чему научились. Сегодня будут очень даже знакомые вам блюда. Вот. И я думаю, вы должны справиться. У нас сегодня уже осталось мало детей, поэтому будет мужская команда и девчачья команда. Вы будете друг между другом соревноваться. Ну, сегодня у нас с нашего проекта Диана выходит ведущей. Она у вас будет ведущей, она вам будет подсказывать, она вам будет рассказывать. И, наверное, Диана, мы им скажем, да, какое сегодня у нас блюдо. Говори задание, какие у нас сегодня блюда будут, что мы будем готовить. Всем привет, мы сегодня готовим харчо и сациви. Вы знаете, как готовится харчо и сациви, дети? Я думаю, что вы знаете, да? Да. Самое главное у вас сегодня, ваша самая главная задача, чтобы правильно было приготовлено мясо. Обои, две команды, да? И ваша команда готовит харчо и сациви, и ваша команда готовит харчо и сациви. И мы сегодня определим, кто из вас лучше его приготовит. На столе у вас лежат приправы и все ингредиенты, но тут лежат лишние приправы. Это мы специально так сделали, чтобы вы сами определили, что для этого блюда очень важно. Хорошо? Ну что, у вас 35 минут. Мы сегодня делаем сациви и харчо. Сейчас я иду перемалывать орехи. И мне больше проще готовить с мальчиками, потому что все говорят, что мальчики лучше готовят. А ты знаешь, что тут есть несколько ненужных ингредиентов? Да. Думаю, что лимон, он не нужный, потому что ни туда не входит, потому что он будет кислый. Діанка сьогодні не в звичній для всієї ролі. Дівчинка сама відмовилася від участі у проєкті. Адже, говорить, виросла у родині грузинів, тож як готувати всі страви знає. А це, на її переконання, нечесно до інших учасників. Собираешься сейчас сделать? Сейчас у нас жарится цибуля на зажарку и варится мясо. И мы сейчас хотим делать сациви. Кто у вас в команде главный вообще? Следит за процессами? Каждый следит за процессами. Ты вот уже знаешь много рецептов. Чем ты дома балуешь родителей? Ну, пока что я дома еще ничего не готовил, потому что пока нету времени. Можешь сказать, кто тут на кухне для тебя самый такой большой конкурент? Ксюша и Максим. Они хорошо готовят. Вот сейчас из этих детей, кто тебе больше всего конкурент? Ну, я думаю, что Саша, потому что он хорошо готовит, он помогает всегда. Так что я считаю его конкурентом. А вот если была бы возможность вернуть кого-то из участников, кого бы ты хотел вернуть обратно? Ну, я думаю, что мальчика маленького Даню, потому что он поступил по-мужски, отдал место другой и выбыл.
сациви и у той команды. Мне больше нравится команда девочек, потому что у них не такое острое. Но вообще, если считать по-правильному, то правильнее у мальчиков, потому что у них более острое. Відведений час вийшов, страви обох команд вже оцінюють члени журі та батьки. Одноголосним рішенням перемогу отримала команда хлопців. Хто стане краще маленьким кухарем Херсонщини, дізнаємося вже зовсім скоро. Родителі, пожалуйста, підходіть, кожен спробуйте по чуть-чуть. Тут добавлено много хмели-сунели. А тут немножко, все идеально, но немножко сухой кинзы не добавлено. Нет, вот. По приправам особо. Сациви у мальчиков просто великолепная. Просто, ну просто. Они вообще настолько были собраны, организованы. Скажу вам по секрету, я подсказывала всем. Понятно. А девочки допустили грубейшую ошибку в сациви. Самую грубейшую. Я сразу сказала, что делать надо? Лук, чеснок, это все вместе перемолоть. Специи у вас лежали здесь. Здесь совсем не те специи, которые нужны для сациви. Вы перепутали все специи. Ну, вот теперь вот итог какой. Ну, я вам скажу честно, мне очень понравилась команда мальчиков. Команда девочек, две хулиганочки, они как-то вот путались, они не могли сообразить, как, чего, куда. Ну, теперь вам выбирать, что мы делаем. Я не могу никого убрать, вот просто не могу. Но так мы будем до бесконечности. Диана, как вы думаете? Думаю, что можно дать один шанс. В прошлый раз двум девчонкам, которые сегодня их нету, им даже дали шанс. А вот сейчас тоже можно один дать, последний. У нас должно остаться сейчас 4 человека, но мы сделаем сегодня так. Не уберем никого тогда, если вы так думаете, да? Но оштрафуем обязательно. Оштрафуем обязательно. Кого мы оштрафуем? А пусть они выбирают. Ксюша, ты была самая ведущая в этом. Мы должны кого-то оштрафовать из девочек. Я-то знаю, кого я видела, но я не могу это говорить. Ну хорошо, кого-то одного мы накажем. Но она будет участвовать в следующем конкурсе, но следующий конкурс, ребята, будет выявлять то, что каждый будет сам за себя. Вот в следующем конкурсе вам никто помогать не будет, и я тоже помогать не буду. Вы будете одни, и каждый бороться за себя. Следующий – это последний этап, который у нас будет. У нас останется 3 человека. Вот каждый из вас будет бороться за то, чтобы он был лучшим. Я думаю, что вот так будет справедливее, да? Вы молодцы, вы честно молодцы. Я вообще не ожидала, что вы так быстро схватите это и сделаете. Не ожидала. Умнички, молодцы. Горжусь вами. Ну все, к следующему разу готовьтесь. У вас будет сложнейшее задание грузинской кухни. Сложнейшее. Но у каждого будет свое. Вот теперь опять-таки харчо там же будет. Сациви тоже будет. Мамалыга с сыром называется эларджи. Фасоль. Это все старинные национальные блюда. И вот все, что касается старинных блюд, вот это у вас как раз и будет. Поэтому
просмотрите, изучите, и каждый за себя будет бороться. Договорились? Ну, два блюда я еще не сказала. Молодцы, вкусно. Спасибо. Александра Николаевна, сбегайте, возьмите нам хлебушка. Я теперь я вам должна сказать, что сегодня было три лишних ингредиента. Это лимон, одна специя и аджика. Но все были внимательны, и никто не добавил эти три ингредиента. Ну что, дети, на следующий этап переходит Максюня, Ксюша, Ксюша, Вероника и Саша. Я думаю, мы даем каждому из них шанс побороться и показать. Каждый будет бороться сам за себя и показать, кто из вас лучший.